Строительство дороги к селу Тосей жители ждали давно, а дождавшись, удивились тому, что строят ее на песке. По дороге в Беклемишево есть участок дороги, наглядно демонстрирующий, что ожидает дорогу к селу Тосей, если сейчас не начать все исправлять. Местные жители, а уже построенной дороги, говорят просто. В Беклемишево дорога, во-первых, вот такая, вот в Преображенке дороги нету. Общественники высказались более подробно. Та зацепка, утрамбовка всего этого дела. То есть получается, что есть наиболее критичные места на дороге, где прямо, скажем, дорогу, ну, скажем так, скрутило. Соответственно, ну, такого как минимум быть не должно. Безопасность дорог на Ивано-Арахрейских озерах важна. Поворот в село Тосей, точнее нынешнее его строительство. Ожидаемо было увидеть мероприятие для защиты земляного полотна от вредного воздействия грунтовых вод. Для перехвата воды, понижения ее уровня и отвода за пределы земляного полотна с использованием дренажных конструкций, каптажей и, учитывая протяженность дороги, просто горы, скальника и щебня крупных фракций. Но нет. Про Тосей я узнал в этом году, когда состоялись торги, ко мне подходили подрядчики и задавали вопрос. Там тяжелая геологическая ситуация. На данный момент знаю, что там вода хорошо скопилась. Здесь результат такой, что необходимо сделать водоотвод, обеспечить выход воды в сторону от дороги. Но по-хорошему применить новые технологии, геосинтетические материалы, которые применяются с легкостью в Якутии. Там же такая же ситуация, болото, везде болото. Можно применять материалы такие, но если до такого не дойти, то дорога не будет стоять. Ее просто-навсего вымоет. Это как вот Беклемишевская трасса, допустим, Беклемишево, которая... Да. Только трубы да песок. Кто и зачем так строит дороги? Есть ли техника? Какие сроки? Какие странные совпадения возникли при процедуре торгов? Продолжение смотрите в следующих выпусках новостей. Вячеслав Бортницкий, Ирина Петрова, ЗапТВ.